Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о политике. Еще одна черта отношения Иисуса Христа к политике – это радикальное отличие нашего Бога к подходу вообще к политической деятельности. Если мирская политическая система основана на поиске компромисса, на поиске некого общего знаменателя, чтобы всем было хорошо, учесть интересы каждого, то когда мы говорим о том, что думает, видит и э, желает Иисус, мы видим один очень мощный, неоспоримый тезис – бескомпромиссность. Иисус говорит, будет либо так, как я говорю, либо это будет являться грехом. Либо вы за, либо против. 12 глава Матфея, 30 стих. Кто не со мною? тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Подход Христа к политической жизни, он достаточно прост. Хотя этот принцип относится не только к политике, но я думаю, что его можно отнести абсолютно к любой сфере жизни. Иисус не терпит каких-то других мнений. И возможно для кого-то это покажется жестко, для кого-то даже в какой-то мере высокомерно, и кто-то подумает, что это несправедливо, но он есть Бог, который сотворил вселенную, который установил все законы бытия, который единственный знает, что и как необходимо делать. И на мой взгляд, его требования, чтобы мы были послушны, чтобы его точка зрения была истиной в последней инстанции, справедливо. Итак, Иисус видит свою власть на земле, бескомпромиссный. И вот то, что происходит, когда мы движемся к его теократии, это когда мы от попыток поиска компромиссов постепенно или может не очень постепенно, но мы приходим к тому, что его точка зрения становится не просто преобладающей, а единственно верной. И тогда это будет теократия Иисуса Христа.